Про что мы должны говорить, это было? Про нефтедоллары. Что вы посчитали сегодня вечером? Чисто по-человечески, эмоционально. Абрамович попал под санкции. У Абрамовича заморозили. Абрамович был вынужден продать. Но даже после этого его состояние оценивают в 9 миллиардов долларов. Пусть раскошелится немножко. Ничего страшного. У него будет. У него много там денег. Роман Абрамович купил Челси. Пресса ловит каждое слово. Крыша, кинул, замочит. Он был очень выдержанным и четким. Это не просто какая-то случайная причуда очень богатого человека. Российский олигарх Роман Абрамович, принимавший участие в переговорах между Россией и Украиной, возможно, был отравлен. Хорошо, еще раз. Не шататься. А, спокойно. Значит, да. Еще раз.